Привет, приятель! Хочу порекомендовать тебе канал по изучению английского языка English Galaxy. Это английский для начинающих и продолжающих. Его ведет преподаватель языка с сертификатом от Кембриджского университета. Там реально можно выучить английский и все бесплатно. Это не просто видеоуроки, а целые курсы. Ссылка в описании. В кадре ты один, а я слышу два голоса. Да там не сосет один пацан. Ладно, давай. Что-то с этим сайтом явно не так. На Байкальский край. А я был в Иркутске. Это дальше. Это еще дальше. Ближе к Китаю. Ясно. Ну, по тебе видно, что твоя мамка где-то была близко с Китаем. Базарю, друг, не базарю. Ты вот учишься, нет? Я закончил среднюю специальность, сейчас я учусь на высшую. А средняя специальность по какой специальности? Железнодорожник. Железнодорожник? Да. Как ты относишься к такому... такому биту? Чик-чик-чик-чик. 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 Красивый сарказм. Ты его подъебал! Это пятю не дал, ты его подъебал! Красиво! Понимаешь, что в вашей западной части России для вас, друзья, это ничего не значит. А ты углубись дальше. Углубись. И ты поймешь, что такое друзья и что такое люди. Нормальные. И по поступкам их, по их делам, поймет. Чувак, я же не спорю, вот тот парень, с кем я снимаю квартиру, да, его Олег зовут, если тебе интересно, мы с ним с детского сада вместе, то есть уже, наверное, 22 года, и мы даже сексом еще ни разу не занимались, и что с ним не так? Питерская, что ты завидуешь? А ты вон азиат. Ну ладно, я знаю, что я азиат. Челку-то я завтра постригу, а ты-то азиатом так и останешься. Да ну нахуй. А что ты за правый движешь? Я как бы за умеренно правый. Каком оно объяснение? Давай интересно. В том смысле, что мне нравится... Но... То есть негры могут находиться, например, в стране, да? Но они... Должны знать свое место, да? За кого ты бегаешь? Чё? Что это такое бегаю? Что это означает? Вот так, не? Убери свой лазер, братан, он вообще ни к чему. Мы ж ведем с тобой нормальный разговор. Спартак, не? Не, я футбол как бы это. Футбол это для пидоров, я считаю. А поорать так? На футбольщике поорать? Нет, так я и дома могу поорать. Зига-зага, зига-зага, хой-хой-хой! Порал. Ну, дома это как-то не то, когда ты в компании... Людей, да, которые понимаю. Тебя поддерживают за одну идею, это как-то веселее идет. Я один люблю как бы это, пофилософствовать. После футбольчика там потаскаться. Подраться в смысле? Да. Не, я больше люблю свой пистолет ОСА. У меня ОСА и как бы мне даже драться не надо. Евреев, да? Евреев, хачей. Да почему? Я и русских стреляю. Если это пьяный на меня пойдет, то я и русского застрелю. Здорово, братан. Привет, как дела? Неделю въебывал, как олень, нахуй, вот отдыхать чуть-чуть взял. Как олень? Ты работал на Санта-Клауса, что ли? Ну, можно и так сказать. Тебе кто-нибудь показал сиськи? Мать показала недавно. Кто? Мать. А зачем она тебе показала сиськи? Это что, твоя мать? Она по поводу пластики спрашивала. Ты серьезно, да? Ну, отец мертв, с кем она еще будет консультироваться по поводу пластики? Отец умер? Да давно уже. А у меня мать давно умерла. Ну, так все варианты. В 96-м году. В 96-м? Сразу после фильма «Тупой еще тупее»? Теперь я знаю еще один ненужный мне факт. Мать моя умерла, когда мне было 2 года. Я родился в 94-м, соответственно, она умерла в 96-м. Отца у меня никогда не было, потому что мне не писали, что у меня был отец. То есть он как будто пропал без вести. Но когда я встретил своего отчима, который азербайджанец, он сказал, что он встретил мою мать, когда она была беременна. Хотя я азербайджанец, мой отчим азербайджанец. Но он говорит, что он не мой отец. Какая нахуй, сука, пиздец. Знаешь, очень захватывающая и витиеватая история. Я предлагаю тебе снять сериал на 3 сезона про свою жизнь. Надо срочно звонить. Назовем, скажем, Lost, например. Мне норм. Ага. Вот. Это как? Вот. Ты переключаешь? Я воды хочу набрать, подожди. Ебать ты простой вообще.